Приветствую, друзья. Скоро вебинар. Скоро я подарю вам кусочек радости, кусочек полезности, кусочек счастья, потому что я подскажу вам новый прием, как нужно выходить из стрессовых ситуаций, из токсических, токсичных или каких-то ядовитых, условно говоря, отношений, которые портят вам настроение, отравляют вам жизнь. На такое состояние легкости, комфортности, безмятежности, чтобы вы чувствовали себя легко, хорошо, чтобы вам хотелось танцевать, прыгать, петь, как в детстве. Помните, наверное, в детстве? Какое бывает иногда такое, не только в детстве, но и в юности, и в обычной, так сказать, жизни нашей. При всех наших неурядицах и проблемах иногда бывает такое прекрасное состояние, когда на душе светло, и петь хочется, и танцевать хочется, и летать хочется, и радостью хочется поделиться. Вот этой радостью мы будем там делиться. У нас вообще атмосфера всегда на вебинарах и на бесплатных ликбезах такая человеческая. Такая атмосфера потрясающая, что ради этого люди туда заходят иногда. Я вам хочу сказать очень важную вещь. Друзья, чем больше у вас времени для размышления над каким-то важным вопросом, над какой-то висящей проблемой, допустим, чем больше у вас отстояние по времени, а это можно смоделировать путем эмоционального отстояния, то есть эмоциональной отрешенности. Я вам подскажу приемы, как можно любую проблему решать с помощью нулевого состояния. Нулевое состояние – это размыкание всех систем мозга, в котором вы можете, задав себе вопрос, который вас волнует, моментально, за минуту уйти так далеко, так бесконечно, на такую большую дистанцию, как вечность, и там у вас столько времени размышлять. Вы понимаете, я вам моделирую, я вам подскажу, как моделировать состояние бесконечности, вечности, безвремения, в котором вы можете любой вопрос решать. Это как разминка перед прыжком. Это как снятие зажимов перед выступлением. Это как снятие блоков перед принятием важного решения. Это очень важно. Поэтому я вас жду, и у меня уже на душе праздник, потому что когда вас ждет праздник, в предвкушении этого, и любые дела у вас происходят лучше. С большим вдохновением. До встречи, друзья. Предвкушайте праздник. Он будет.